memories. Опубликован первый трейлер «Капитана Марвел» истории военной летчицы Кэрол Денверс. Ее геном после инцидента смешивается с ДНК воинственного инопланетянина. Этот генетический коктейль делает Кэрол неуязвимой. Она способна выйти на войну с двумя враждебными галактическими цивилизациями и спасти Землю и ее обитателей. Впервые Голливуд ставит в центр подобного сюжета такую героиню, трактуя современную женственность как силу и умение постоять за себя и за близких. В главной роли Бри Ларсон. Премьера ленты в России приурочена к Международному женскому дню 8 марта.